Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Александр Гуртовой и Руслана. Привет! Напоминаю, друзья, что мы находимся в солнечном Египте. На данный момент вечер, и мы вам обещали, что в этом видео отправимся в старый город, он же Old Market, который находится в Шарм-эль-Шейхе, и отведаем где-нибудь вкусненьких креветочек. Также мы сделаем обзор на Fish Mart и все соседние рестораны, в которых продаются креветки и морепродукты. И сейчас, друзья, пока мы собирались, у нас возникла проблема. У нас закончился интернет. Мы покупали Vodafone в аэропорту за $12.15. Сегодня 4-й день нашего нахождения в Египте, и интернет почему-то закончился. Я не знаю, в чем проблема. Возможно, проблема в том, что Руслана пользовалась все время LTE, то есть 4G. А возможно, нам продали меньше интернета, чем на самом деле есть. Но так или иначе, он закончился, и нам надо решать это как-то. И мы сейчас отправились пешком с нашего отеля Charming Inn. Идти будем через улицу Иль-Мерката. И если нам не отказывает память, так как мы там жили в отеле, то на этой улице есть официальный магазин Vodafone. Также хочу вам напомнить, что мы остановились в отеле Charming Inn. Приехали сюда за $333 на 7 ночей. Так что, друзья, усаживайтесь поудобнее. Заранее можете поддержать нас лайком, и всем приятного просмотра. Мы вчера вечером, друзья, уже ходили пешком от нашего отеля Charming Inn в старый город Old Market, и это заняло примерно 30, ну максимум 40 минут. На самом деле не сильно близко это все находится, тем более если вы не знаете дорогу, то тут можно без проблем заблудиться. Поэтому для начала я вам рекомендую хотя бы как минимум на такси туда доехать, чтобы не потеряться. Просто мы уже когда жили в отеле Иль-Мерката, очень часто пешком ходили в старый город. А тут до улицы Иль-Мерката, в принципе, без проблем можно дойти, выйти на главную улицу, если не ошибаюсь, она называется Фонар, и мы сразу же попадем на торговую улицу Иль-Мерката. Также хочу вам оставить полезный сайт, это egypt24.online, на котором вы можете приобрести любые экскурсии в Хургаде или в Шарм-эль-Шейхе с очень приятными ценами, без проблем, заказывайте в онлайне, к вам приезжает трансфер и оплачиваете уже в автобусе на месте. Ссылочка будет в описании, пользуйтесь. Пока мы идем, друзья, через какие-то дебри, можете сами наблюдать, какие-то заброшенные отели, мусорки и свалки. Хочу вам вкратце рассказать про погоду в Египте в начале декабря. Смотрите, фишка в том, что вчера мы шли в старый город, было абсолютно тепло, ветра было. По-моему, Руслана по прогнознику смотрела, ветер ноль был. Сейчас мы вышли, вообще задувает так сильно, что я, наверное... 29 ветер, да. Вот Руслана говорит. И намного холоднее сразу встает. Я вчера специально не надел кофту, чтобы не было жарко, пока мы идем. А сейчас понимаю, что этой кофты бы мне не хватало. Так что, если будете езжать в Египет зимой, конец ноября, начало декабря и так далее, то я думаю, что надо как минимум теплую одежду иметь. И на пляже так же самое. Вчера на пляже было вообще идеально. Сегодня на пляже был большой ветер, сильные волны. Даже очень сложно было плавать с маской, ласами, потому что все время волнами пыталась выкинуть меня на риф. В этот раз, друзья, мы пошли прямо напрямую, так как уже дорогу знаем, и дошли до улицы Иль-Мерката за 5-7 минут максимум. Но мы, конечно, шли быстрым шагом. Я думаю, вы заметили потом, как я рассказывал, и мне аж воздуха не хватало. Мы как-то по-быстрому, знаете, рванули и уже тут оказались за 5 минут от отеля Charming Inn. Кстати, на этой улице, помимо Vodafone, есть еще всякие кафешки, рестораны. Давайте вкратце зайдем, покажем вам. Просто мы тут, когда жили, полностью все это обошли. В основном все открывается вечером. Сейчас я смотрю, только музыка играет и людей почти нету. И магазины вот все закрыты. Должен быть фонтан, но не работает. Да, вчера как-то живее было, мы просто позже вышли. Мы вышли вчера часиков уже в 8, даже или... Да, где-то мы в 8 вышли, уже все полностью открыто. Хорошо, сейчас только 5 часов. Хорошо, что мы пешком вообще сюда отправляемся, потому что, мне кажется, старый город тоже вечером в основном, да, открывается. Да, открывается только вечером, когда начинает темнеть. Если бы мы сели на такси, то, мне кажется, мы бы приехали, а там еще была бы половина всех прилавков, ресторанов и кафе закрыто. Такие вот ресторанчики есть, смотрите, пивной магазин прямо здесь на улице Иль-Мерката. И смотрите, через дорогу мы уже видим красный Vodafone. Возле этого, смотрите, пивного магазина есть Orange. Те, кто покупал пакеты Orange, но нам нужно пополнить именно Vodafone. Поэтому переходим дорогу и узнаем, почем же будет стоить пополнить уже купленную карточку, на которой закончился интернет. Вышли мы из магазина Vodafone. Что нам сказали, друзья? Мы просто в шоке. $7.5 стоит пополнить на 3 гигабайта нашу карточку. Либо же купить 5 гигабайт и 5 гигабайт на социальные сети в подарок за $10.
Что это за стоимость? Почему в аэропорту 10 долларов стоит карточка с 10 гигабайтами интернета, а тут просто пополнить 7,5 долларов на 3 гига уже купленный пакет? Я просто в шоке. У нас даже возле отеля мужичок сказал, 1 доллар, 1 гигабайт я могу вам пополнить. Но опять же, это ж в Египте... Чтобы не вышло так, что мы ему дали 5 долларов, он нам пополнит на 1 гигабайт и скажет, что я вам пополнил на 5. Но вы знаете, как тут можно это все сделать, так как мы проверить сами не можем, сколько на счету, так как там все на арабском. Ну, как-то так. Сейчас будем искать, возможно, где-то купим в магазине или в ларьке каком-то пополнение. Постараемся что-то найти. Также, смотрите, на этой улице Эль-Мерката есть даже Макдональдс. Отель уже находится тут, по-моему, метров 100. Я помню, мы тогда рядом проходили, но ни разу не заходили, так как зачем? В Египте вообще Макдональдс, когда есть все включено. Я тоже, да? Этого не понимаю. Чем он нужен? Это, наверное, если ты без питания останавливаешься, то еще можно было бы зайти. Или местные здесь кушают. Ну, что-то я смотрю, тут вообще никого нету. И такая вот площадь, смотрите, тоже это все на Эль-Мерката. Блин, меня так выбесил этот водофоновец. Я не знаю, у меня просто нет слов, как так вообще возможно. Мне такое чувство, что тут везде какой-то подвох, что он тоже вот это сидел и хотел впарить какие-то левые услуги. Напишите в комментариях, кто пополнял Vodafone, какие у вас были стоимости за гигабайты, потому что мне эта информация очень стала интересна, а спросить по сути некого. Поэтому вся надежда только на вас. Ну вот, друзья, мы проходим наш отель, в котором мы были крайний раз, это Эль-Мерката. Передаем огромный привет. И идем дальше в старый город, да? Да. Также в конце улицы Эль-Мерката есть ресторан Фарес, в котором можно покушать креветки, морепродукты, сифуд, очень популярная сеть. Смотрите, вот Эль-Мерката. Мы, получается, через всю улицу торговые прошли. Ну, говорят, что этот Фарес подороже будет, сервис может тут и лучше. А мы наметили другой ресторанчик, да? Да, прямо возле мечети в старом городе. Да. Красивое место. Мы как раз уже даже выбрали столик, за которым будем сидеть. И как раз этот столик будет прямо с видом на мечеть. А ветер, друзья, поднялся вообще неимоверно. Мы идем. Мне тяжело даже в камеру кричать, потому что ветер задувает очень сильно. Дошли мы уже и к спуску. Смотрите, по этому спуску мы почти каждый день спускались, когда жили в Эль-Мерката, когда ходили в старый город. И смотрите, перед нами уже виднеется мечеть. Вот, кстати, местные автобусы такие синие ездят. В этот раз возле нашего отеля они не останавливаются. А мечеть уже начинает понемножку светиться. Так что будем сейчас спускаться и заходить в Old Market. Дошли мы, друзья, и до старого города Old Market. Шли мы примерно 35, ну максимум 40 минут от нашего отеля Charmin Inn. И нас встречает, как всегда, огромный базар. Смотрите, как много здесь сувенирных лавок. Те, кто здесь уже был, я думаю, прекрасно знают, что здесь... Купить можно абсолютно все, начиная от украшений, заканчивая сладостями, сувенирами. Вообще все тут есть. Кафе, рестораны, мини-клубы, кальянные и так далее. И вот она перед вами, самая новая мечеть в Шарм-эль-Шейхе. Хоть это и называется все старый город, но это самая новая и самая красивая мечеть. Сейчас мы подойдем еще с главного входа, покажем вам, как это все выглядит. Смотрите, мы пришли, начинает только темнеть, и людей практически нету. Мы так и хотели прийти, чтобы еще не было аншлага, прогуляться себе на расслабоне. Смотрите, котики бегают, их тут подкармливают просто в ресторанах рыбкой, наверное, да? Котика. В смысле котика? Ты креветочку хочешь, а не котика? И креветочку, и креветочкой котика покормить. Ну покормишь, мы же возьмем килограмм, я думаю, минимум. Покормить их тоже. Да, и вот смотрите, собственно, это мечеть. Как здесь все красиво украшено. Я знаю, что там, прямо возле мечети, есть фонарики очень красивые в виде яиц. Давайте подойдем, посмотрим. Такие вот, смотрите, красивые фонарики здесь находятся. Очень атмосферная лавочка. Но мы такое, наверное, не будем покупать. Мне нравится. Да? Хочешь яичко купить домой? Ну, вот такие вот красивые очень. Да, а большое я ела. Да не, большое не хочу. Ты любишь поменьше, да? Ну, пошли тогда дальше. Дома будет маленькое. Вот так вот выглядит главный вход в эту мечеть. Смотрите, с этого ракурса она выглядит, по-моему, еще красивее. Вообще очень такое колоритное, да? Атмосферное местечко. Да, очень красивое место. Кстати, людей еще мало не потому, что мы сюда рано пришли, а потому, что сейчас на данный момент туристов просто в Египте мало. На пляжах тоже мало людей. В отелях, в нашем отеле Эль-Мерката, когда мы заехали, вообще в первый день почти никого не было. Сейчас уже как-то немножко люди подтянулись. А так вообще сейчас сезон такой, что людей практически нет. И, кстати, насчет масок, я более чем уверен, будете спрашивать. В масках абсолютно никто нигде не ходит. От силы вас могут в такси или вообще
общественном транспорте попросить надеть, и то в такси это просят не всегда. По-моему, один раз за все время нас попросили это сделать. Ну а сейчас мы заходим на всем известную улицу, где продают морепродукты, рыбу, все что угодно, даже называется на фиш-март. Смотрите, получается, ориентир – это мечеть, заходите сразу, поворачиваете, и тут вот уже находятся все рестораны, да? Да. Первый, самый популярный – это фиш-март, тут можно взять и креветок, и лобстеров даже, да? Да, они огромные. Смотрите, вот вся рыба, креветки, большое количество кальмары, еще очень много всего. Такой вот здесь огромный выбор морепродуктов, смотрите. Все, что хочешь. И рыба, и кальмары, и крабы, и раки. Очень много всего. Это ресторан Fish Mart. Дальше у нас идет Fresh Fish Center. Тут креветки. Почем креветки? 8, 9 и 10. Самые большие. За 1 килограмм, да? Приготовят бесплатно. Угу, готовят бесплатно, да. А в фишмарте вчера мы спрашивали, почем? 18, 20 и 22, такие же самые. Не, ну там побольше они там немножко. Там типа побольше, но не сильно. Там просто можно посидеть внутри, а здесь только на вынос. Да, тут на вынос, а там нормальный такой, в принципе, уютный ресторанчик, да? Да, там можно посидеть. Также смотрите дальше, еще есть пару точек. А, тут у нас продают фрукты. Давайте узнаем, почем манго сейчас. А почем манго? $1.50 Манго спелые, хорошие, очень много. А вот это почем? Это по $4. $4 штука? Килограмм. Вот это вкусный, да, мы когда-то пробовали. Как называется он? Эшта. Эшта, да, называется. Сахарное яблоко, да, по-моему? Сразу за этими ресторанами, которые мы прошли, фруктами, есть еще одна точка. Смотрите, тут мы вчера спрашивали 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Это все цены за килограмм. И можно посидеть в этом ресторане, в котором мы сидели в прошлый раз, и да? И нас попросили заплатить $1 за сливки, которые были в супе, хотя они уже входили, эти сливки, в состав супа. Да, вот тут мы сидели за этим столиком, я прекрасно помню. И тут, по-моему, тоже примерно такие же цены. Вот этот ресторан «La Gazelle» он называется. Именно в этом ресторане нас тогда ободрали на пару долларов, да? И как-то до сих пор, да, такой осадок неприятный, что... У них было и невкусно. Как-то обычно. Не то, что прям невкусно, а просто обычно. Да. И после такого, как начали уже вот эти обдираловки арабские, то уже и нет желания даже вернуться, да? Поэтому будем идти в другое место. Мы уже знаем, куда мы пойдем, и вам покажем в самом конце. Сейчас еще мы зайдем на одну популярную точку под названием «Фарес», который уже находится здесь, в World Market. То был «Фарес». Фарес мы проходили на Аль-Меркато, там, где сервис говорили получше, но цены дороже. А это Фарес в старом городе. Давайте подойдем, узнаем, почем же здесь будут стоить креветки. Так, вот он и Фарес, смотрите, Фарес Сифуд. Тут у нас кальмары $15, крабы $13, барбуни. Что такое барбуни? Это бараболя, рыба. Бараболя? $14. Креветки 7 вот есть, смотрите. Тут, да, много выбора. Вот по 24 большая креветка, по 10. Hello, привет. Привет. Хорошо. Все нормально? Вкусные креветки? Самые лучшие. Самые лучшие в старом городе. Так, есть по 17 еще, смотрите. И по 27 самые такие кабанистые, да? Вообще огромные, ты видел? Да, я вот смотрю, по 24 тоже огромные. Да, да, толстые такие, королевские. Мы тут тоже были, по-моему, в прошлом году, да? Да, мы здесь сидели тут еще, помню, за столиком, вот тем самым крайним, вот там мы сидели, отдыхали. Также, смотрите, в Египте можно еще приобрести кальяны, большие и маленькие, и табак к ним, очень огромный выбор. Еще есть кальяна, сувениры, давайте посмотрим сувениры внутри еще. Да. Огромная сувенирная лавка. Смотрите, все, что угодно здесь есть. Нефертити. Коты. И много всего другого. Прямо вот все завалено папирусы. А вот тоже кальяны показывают большие. А почем кальян большой? Большой, допустим. Как вот это? $15. $15. А побольше? А такой $10. А, и за 10, да. Это 10. А самый дешевый какой? Самый дешевый $10. $10. А так... есть еще такой $8. А, 8 поменьше, да. Вот. Угу. Так что, в принципе, таких вот сувенирных лавок здесь валом. Я решил в одну зайти, чтобы вкратце хоть показать вам, что здесь продается. Также есть очки. Я покупал в прошлый раз здесь очки. Можно взять
сумки, соответственно, китайские копии под Michael Kors, там Chanel и так далее. Чемодан покупали как-то в Египте тоже очень по хорошей цене, по-моему, 22 доллара. 20, по-моему, он скинул или 20, еще. 20, да, но я помню, что у нас такие чемоданы по 2000 стоили. Да, и ты до сих пор с этим чемоданом. Да, это фиолетовый, вот этот качественный. А, розовый, да. Короче, друзья, в принципе, вкратце мы обошли, все показали вам, а теперь давайте пойдем все-таки на ту точку, которую мы еще вчера наметили, и попробуем заказать там креветки и провести ревизию, будет ли там вкусно или нет. Так как это место новое, мы там еще ни разу не были. Вернулись мы уже, друзья, к мечети, и вот он тот ресторанчик, в котором мы хотели попробовать креветки. Называется El Fair Ausfish, вот. Креветки, цены, сейчас подойдем, посмотрим. Так, эти креветки у нас по 12, эти по 8, а эти по 10. Мы решили взять килограмм по 12, нам пообещали соус и хлеб и приготовление в подарок, да? Да. Также вот, смотрите, все выложено, тоже крабы, морепродукты. И вот есть цены, смотрите, лобстер килограмм 25, рыба 5 долларов килограмм, краб 6, карась 4 доллара, уголь 12, ну и креветки 7. 10 и 12, а, я сказал 8, по 7, дорадо килограмм 11, кальмары по 10. Короче, такое вот меню, а сесть мы хотим, смотрите, за столиком прямо с видом на мечеть. Я считаю, что это идеальное место, теперь осталось оценить, какие тут будут креветки, да? Сели мы уже за столик. Руслана все никак не может успокоиться с интернетом, да? Да, подключается все время к твоей камере. Ага, ну к камере подключается. Ага. А нет нормального? Ну, не появился, Wi-Fi, точнее? По-моему, нет. Wi-Fi надо у него спросить было. Да, может быть, есть. Сейчас спросим. Короче, смотрите, с таким вот видом мы присели. Я считаю, что очень даже неплохо. Очень красиво. Да, главное, чтобы теперь еда здесь вкусная будет. Потому что мы как-то не читали ни отзывы, наугад зашли. Да. Потому что здесь красивый вид на площадь. А так-то посмотрим, что нам принесут. Также я заметил табличку, смотрите, no alcohol allowed, то есть алкогольных напитков здесь нет. Может, из-за этого здесь людей мало? Может так? быть, потому что в тех всех алкоголь продавался. Да, в основном берут все креветки с пивом. Да. А мы взяли воду, вот, спрятана она за 5 фунтов в магазине со своим, да, пришли. Да. Принесли нам уже, друзья, наши креветки, смотрите, 12 долларов за килограмм. Аппетитно очень выглядят, лимончик принесли и лепешки с хумусом, получается, в подарок. Так что будем уже приступать и скажем, какие они все-таки будут на вкус. Я считаю, что выглядит очень аппетитно. А также не менее важен, это красивый вид на мечеть, повторюсь, да? Кстати, мы ждали минут 10 максимум креветки. Очень быстро принесли, даже есть еще, смотрите, лайм. Два кусочка лайма и в каком-то соусе, по-моему, чесночный, он сказал, да? Руслана уже, смотрите, пробует лепешку. Я к креветке сразу приступил. А ты, я смотрю, блин, слюнями уже давлюсь. Хумус, главное, вкусный. А креветки, смотрите, кабаны прямо. Попробуем сейчас. Почистил креветку. Смотрите, какая она большая, без кожицы. Давайте попробуем вместе с вами, чтобы оценить этот продукт. Офигенная, в остром соусе. Все, как я люблю, мяса здесь очень много. В прошлый раз, когда мы брали, мы такие большие, никогда здесь еще не пробовали. Поэтому по максимуму надо приступать к этому всему делу. Руслан, я смотрю, не отстает тоже, да? Вышли мы, друзья, из заведения. Хочу напомнить, как оно называется. Вот El Fair Ausfish возле мечети в старом городе. И это, друзья, наверное, первое место, где нас не обдурили, не взяли за сервис, не клянчили чаевые, ничего из этого не происходило. Мы взяли килограмм креветок за 12 долларов. Нам принесли килограмм креветок, хумус, лепешки, лайм, и мы заплатили 12 долларов. Все как надо, все четко, поэтому мы, наверное, даже сюда вернемся я в следующий думаю, раз. Да, мы сюда еще придем. Потому что без проблем, все нормально, все креветки чистились, да? Да, очень вкусно. Последние вкусно. Две, правда, креветки что-то я не мог почистить, самые, которые на дне лежали. У меня все хорошо было. А сейчас мы хотим еще прогуляться, поискать какие-то фруктовые лавки, возможно, найти клубнику, манго, возможно, по доллару где-то манго будет. Потому что вроде бы сейчас такой сезон, что можно без проблем найти и по доллару. Так что погнали с нами и поищем. Короче, недалеко мы отошли от мечети, нашли такой вот магазин Алексфон, Водофон и пополнили интернет. За сколько? На 5 долларов 6 гиг. 6 гиг 5 долларов. Да. И он нам показал, что там действительно 6000 мегабайт. Да? То есть все есть, все работает. Это говорит, что в этом в аэропорту там 3 гига в основном идет, так, а не 15. Блин, а почему 15 продают? Не знаю. Короче, теперь будем знать, если что, пополнить здесь. Если, конечно, будет действительно все нормально, ну, не закончится, будет работать, да? Посмотрим. Нашли. Ага.
За рекламу мне $100. Нашли очередную лавку с фруктами. Смотрите, манго тут тоже по $1.50. Хорошая спелая манго. Также есть мандарины. Этот фрукт сахарный. А почем вот это? Не, почем? 5 за килограмм? Короче, вот это вкусная штука. А клубники нигде нету. Что-то мы не можем найти ее никак. Нету. Сказали завтра прийти, да? Да. Нашли мы все-таки клубничку. Лоток клубники стоит $1. В принципе, хорошая спелая клубника. Взяли, что мы там? Покажи. Мы взяли 2 манго и клубнику. Да, 2 манго и клубнику. Также есть еще инжир по $1.50. Вот. Финики. Ну, в принципе, неплохая лавка. Так что вернемся еще. Хороший вечер. Спасибо. И, кстати, забыл сказать, стоимость манго на этой точке была $1.10 за 1 килограмм. Просто он так, типа, просил не говорить, то я при нем не озвучил. А так-то пока что это самая выгодная цена, которую мы нашли во всем старом городе. Находится, смотрите, за мечетью направо. Прямо это та точка, что мы первую подошли, а вправо пройтись немножко, это будет та, где мы купили. Кстати, да? Манго очень хорошие на вид, спелые. Спелые, да, хорошие. Так что, друзья, такой видосик у нас получился. Все, что запланировали, мы сделали, покушали вкусных креветок, купили манго, купили клубники и пополнили наконец-то интернет. Да. Так что в целом мы довольны, теперь будем возвращаться обратно в наш отель, потому что нам надо выспаться, так как завтра нас ожидают очередные интересные приключения. А если, друзья, вам понравилось это видео, обязательно поддержите нас лайком, напишите свои комментарии, как вам наш сегодняшний вечер, приходите ли вы гулять в старый город, когда отдыхаете в Шарм-эль-Шейхе и в каких заведениях вы покупаете креветки. А также подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующее интересное видео, нажимайте на колокольчик. И до скорых встреч. Совсем скоро мы с вами снова увидимся. Пока. Пока.